Мы принимали участие на конференции по линии Международной организации здравоохранения относительно неинфекционных болезней. Ну, у нас было какое-то краткое посещение, но пришли к выводу, что уровень медицины Российской Федерации высокий. Верно, тоже около 50 медицинских и университетов по всей стране. Это те организации, которые предоставляют медицинскую услугу сельскому населению и городскому населению, все население Ирана. И поэтому некая такая сеть здравоохранения, которая начинается с домов гигиены в селах, а потом развивается и расширяется в масштабы городов, а потом уже и в масштабы всей страны. У нас 20 тысяч домов здравоохранения, то есть начинается в селах, 6 тысяч, естественно, медицинских организаций и 1000 больниц и пунктов. В каждой провинции от 1 до 3 медицинских университетов, они, естественно, задействованы в вопросах медицинского образования. Все эти университеты медицинские подчиняются Министерству здравоохранения Ирана. У нас и другие достижения, такие солидные, в области фармацевтики, в области производства медицинского оборудования. Мы достигли этих высот благодаря тому, что против нас уже в течение 30 лет всесторонние санкции. 96% всех медикаментов мы внутри страны производим. 96%. И наши специалисты хотят, чтобы и компенсировать те оставшиеся 4%, которые мы завозим из-за границы, чтобы они тоже производились внутри страны. Это касается и производства медицинского оборудования. Большой объем, большая номенклатура этого оборудования мы сами производим, и то, что касается и высоких технологий. В прошлом году наступила очень опасная болезнь, это свиной инфлюанзы, как говорится, H1N1. И поэтому наши специалисты уже произвели и изобрели и вакцину инфлюанзы. Уже происходит лабораторные испытания. Но я хочу сказать, что касается женщин в Иране, но женщины иранские занимают передовые позиции в области медицины. Потому что 70% студенток медицинских университетах – это женщины. 50% врачей – женщин, и 40% высокопрофессиональные врачи Ирана – это женщины. Для женщин продолжительность жизни для женщин 73 года, а для мужчин 71 год. И поэтому надежда на жизнь, если мы назовем, для женщин и мужчин сообща 72 года у нас, 72 года. Но детскую смертность мы очень солидно снизили, но новорожденная, как говорится, смертность детская составляет 9,8 от 1000 детей. А 30 лет тому назад эта цифра составляла 120 на 1000. Смертность беременных женщин во время родов 24 на 100 тысяч. А 30 лет тому назад это составляли 240 на 100 тысяч. Так что мы уже контролируем смертность именно в этих сферах, а также то, что касается инфекционных болезней. И поэтому те цели, которые Международная организация здравоохранения уже определила как вопросы тысячелетия, MDG, так называемые, мы уже в 2015 году уже достигнем всех этих результатов.